Здесь вот у нас представлен наш апидомик, уже практически завершенный вариант. Здесь у нас литочки с боков, литочки для пчел, они сюда приносят, через литочки залетает в улей. Вот, поднимаемся по замечательным крылечкам. Антимоскитная сетка от всяких комаров, если вдруг чего. Здесь оборудование апидомика. С каждой стороны стоит у нас по два улья. В каждом живет пчелосемья. Вот здесь она снизу. Топчан у нас откидывается вот так сверху. Потом он устанавливается. На него укладывается замечательный матрас. Вот. Простынь, подушка, столик, на котором можно разместить термос, поставить водичку. Информационная доска, на ней будут размещены всевозможные полезные материалы, касаемые апитерапии. Дом сделан из чистого, ничем не обработанного дерева. Есть вешалка для того, чтобы можно было снять верхнюю одежду. Вот, в принципе, в таком замечательном домике с таким замечательным видом можно провести с пользой для здоровья и для себя время. С удовольствием ответим на все вопросы, которые у вас могут возникнуть.